Всем привет! Меня зовут Карина. И это видеоотзыв о том, как я обучалась и обучаюсь в школе Лилии Гаевой и о том, как астрология повлияла на мою жизнь. Мне 30 лет, и я из Сибири, и мне кажется, всю мою сознательную жизнь меня интересовала астрология, но это был уровень журнальных гороскопов, и первое, что я делала, когда знакомилась с человеком, это узнавала имя и его гороскоп. И потом в голове я соединяла, да, информацию о том, что есть общего у тельцов, у близнецов и так далее. И примерно 2,5 года назад в просторах Инстаграма я наткнулась на профиль Лилии Гаевой и начала потихонечку, помаленечку изучать. И уже через 2-3 месяца я прошла курс по интуиции. Потом это был курс по разбору детской натальной карты. И после вот этого курса я начала смотреть натальную карту своего ребенка, натальную карту своих подруг, детей своих подруг, знакомых, друзей. И тогда, уже тогда, я поняла, что мне это очень интересно, мне это нужно, и я пойду дальше. После разбора натальной карты своего ребенка я увидела очень много моментов, которые делала неправильно, которые позволяли, вернее, не позволяли мне найти коннект, да, так скажем, 100% коннект со своим ребенком. Сейчас я понимаю, что нужно моему ребенку, что ей необходимо, да, чего ее нельзя лишать, какой ей нужен спорт, какая ей важна реализация, да. Я хочу сказать, что, в принципе, девчонки, мои подружки, кому я разбирала, да, их детей, в принципе, тоже были в восторге, и им эта информация очень помогла. После этого я прошла курс первый, это просто про твой космос, курс второй, полное погружение, сейчас я нахожусь на прогностическом модуле, уже втором, и впереди еще третий. И что хочу сказать, что пока астрология для меня — это в первую очередь ключ к познанию самой себя. Для меня стали понятны, более понятны какие-то психологические моменты, какие-то мои реакции, да, на жизненные ситуации. Я точно могу сказать, что теперь к каким-то стрессовым ситуациям я отношусь иначе. И все это благодаря тому, что я стала понимать лучшие энергии. Энергии этой вселенной, энергии человека. И скажу, что астрология — это не какая-то там волшебная таблетка, не какая-то там палочка, да. Это инструмент к пониманию себя, себя истинного. Потому что порой свое вот это истинное «я» мы теряем, потому что общество, конечно, ну, просто колоссальное влияние на нас оказывает. И что хочу сказать, что в дальнейшем, конечно, я планирую консультировать на просторах интернета. Сейчас пока мои консультации, они между своими родными, близкими, друзьями. У меня их очень много, знакомых, друзей. Вот. Но я не собираюсь на этом останавливаться. Я действительно вижу, что этот инструмент, астрология, да, этот инструмент, он реально помогает людям в их каких-то проблемах, да, в их жизненных, так скажем, запутанных ситуациях. Вот. Очень хотелось бы мне сказать еще о том, что немаловажное влияние оказывает на процесс обучения то, как преподаватель, да, как учитель вот всю эту информацию, да, доносит, преподносит. И Лилия — это, конечно, учитель от Бога, потому что настолько все просто она доносит, настолько все это понятно, настолько все это, все эти сложные порой термины разжевываются таким вот простым обывательским человеческим языком, и настолько это здесь закладывается, вот из-за этой простоты, что просто невероятно. Поэтому, Лилия, спасибо огромное за то, что вы несете в этот мир, за всю вашу энергию. Я уверена, просто, наверное, уже миллионам людей она помогла, ваша энергия. Я желаю вам в дальнейшем только развития, только вперед. А тем людям, которые смотрят этот отзыв и сомневаются, нужна ли им астрология для изучения, не нужна,
Я так могу сказать, что если даже вы не планируете консультировать, астрология поможет вам разобраться в себе. А это самое главное, друзья. Всем любви, тепла, удачи. Пока-пока.